Ходим сейчас на речку. Давно не были. Вы с нами давно не были на нашей речке. Прошла, наверное, неделя, а может меньше. Уже черемша подросла. Гораздо больше листики. Говорят, это подснежники. Я, честно говоря, не знаю. Вкусный. Вкусненько там. Как хорошо. Сегодня 21 градус тепла. 19 марта. Ветки набросала. Берег каждый год меняется.
в зависимости от непогоды или погоды. Конечно. Да? Да? Ну не для меня точно. Холодно еще. Горячая вода. Спокойствие и благодать. Я вышла первая на улицу. Захожу, Саша говорит: Саша, пойдем. Там рай на дворе. Ну и пошли. Угу, красота перламутровая. Дерево так интересно. Упало и все-таки растет. Ну-ка посмотрим. Очень толстое. Покрыто мхом. Красота. Да. Там орешник, похоже. Фундук. Прекрасно. Я очень рада. В этом году весна очень ранняя. Люблю тепло. Говорят, что камушки с дырочкой, они как амулеты какие-то. Ну, имеют какую-то ценность, я не знаю. Угу. Забавно. Для любителей. Ценности. Жители океанов Марии этим не удивишь, а мы удивляемся. Это речная. Это речная? Я вот видела недавно у блогеров. Все усыпано этими ракушками, берег весь усыпан. Они выбрасываются, что ли. Вот еще одна. Это живая? Думаешь? Вряд ли. Слушай, она тяжелая. А там песок. Или не живая уже? Внутри. Она живая, нет? Ну-ка мы ее. Давай в воду ее положим. Да не, она не живая. Там пусто. Пусто, песок. Угу. Вот еще здесь одна поломанная перламутровая. Здесь. Еще. О, еще одна. Так у нас тоже много ракушек. Ракуш.
Как это во множественном числе их? Ракушки, ракушек. Ракушек, ракушек. Красота природы. Хочу показать место, где я люблю сидеть, медитировать, условно. До него не так просто добраться, нужно так чуть-чуть постараться. Вот, собственно, трон председателя колхоза. Деревяшечка. Вот так садишься. И расслабляешься. Ой, хорошо, да. Там, мне те пороги нравятся. Звук воды бегущей, он имеет очень высокую частоту. На Ютубе много разных видео, по 10 часов. Да. Ложишься спать. Высокая частота у звуков рогов воды, водопадов и огня, грозы, молнии. А еще людей очень успокаивает, когда поезд идет. Вот я недавно нашла видео. 10 часов. Это что-то удивительное. Действительно так расслабляет. Когда я его включила и начала слушать этот стук колес поезда. Боже мой, это просто что-то невероятное, необъяснимое. С чем-то связанное. Возможно, воспоминания о внутриутробном проведении нашей жизни. Там у ритм мамы есть. В животике, да, было успокаивающий уютно, ритм. Тепло, такое вот маленькое местечко, и сердечко слышно, как маме настучит. Возможно, с этим связано, поэтому нам так нравится ездить в поезде и слушать этот стук. Тук-тук, тук-тук. Ветка из-под воды торчит. Деревья и, кстати, падают. Саш, смотри, там уровень воды виден. Да? Опустился. Видишь? Конечно. Он вообще был высокий. Классно. Где мы сидим, река тут еще все выше. Затапливало, где мы сидим. Угу. То есть это где-то 1.5 метра. Ну, на том берегу не видно, но 1.5 метра выше было. Там вдали соседи построили домик на берегу для отдыха. Беседка. Беседка, да. С крышей, стол со скамейками. И вид красивый там. У-у-у. Чеснок хороший, да? Немножко пожелтел. Как черемша почти. Все, немножко так ее прочистила. Петрушку. Уже растет хорошо. А вот он и чеснок. Ну, хороший. Вроде. Ну, может и слабенький пока еще. Желтенький даже встречается. Листики желтенькие. Всю зиму он такой был. Чуть-чуть подрос, разве что. А так всю зиму зелененький стоял. Под снегом все было, конечно. Угу. Саша говорит, вкусный. Подойдет, листик сорвет, съест. Мы особо много не едим чеснока. Угу. Так, для профилактики. Да. Как лекарственное растение. Иногда можно. Но мне очень нравится вот этот салат. Морковь, помидоры, огурцы и чесночка. Ну, это специи уже как-то. Да? Поэтому я его и выращиваю. Ветер. Ну, плюс другие салаты, например, со свеклой, с морковью. Ой, ветер точно у нас, да, прикрывает. Этот я уже показала. Морковь. Как это дело, да, морковь? Да, здесь морковь. Red Core. Самая ранняя, быстро растет. Пока мы ходили на речку, у нас тут цветочки распустились. Какая красота! Это вот та самая вкусная слива.
Цветочки простые. Ой, опять ветер. Надо другую губку поставить. Цветочки очень простые, но слива вкусная. Просто изумительная. Радость какая! Мы эти ветки, кстати, решили не убирать. Потому что... Ой, вот еще! Да ты моя прекрасная! Вот это ветерочек! Мы решили их не убирать. Ну да, не очень приглядно смотрится. Свисающие они такие живые ветки, но они живые, и плодов на них, ну, видимо-невидимо, очень много. И мы решили, ладно. Оно и красиво смотрится, кстати. Как-то так необычно, непривычно, необычно. В общем, нам понравилось, думаем, ладно, живет, пусть живет. Деревце прекрасное. Кошка-матрёшка пришла в гости. Мурзилочка. А я тут пчёлку нашла. Ты моя хорошенькая. Ну что, твой хозяин уехал ты опять? Ты знаешь, Танюша? Ты сказала, что мы угадали её имя? Да, мы были невероятно удивлены этому. Мы ее угадали, да. Имя. Это что-то невероятное. Хозяйское. Потому что Мурзилка, я такое имя вообще впервые услышала. Саша назвал. А у никогда не слышала. У хозяина две кошки. А вторая кошка вот там. Кот. А, серенький. А, этого я уже показывала. Это сын. Он тоже к нам приходит в гости. Это сын. Сыночек здоровенный. Маленький, не бойся. Не бойся, малыш. Пока ходили на речку, эти цветочки тоже побольше распустились. Тепло, все любят тепло, солнышко.